Больше, чем профессия. День химика отметили по всей Самарской области. В Автограде один из главных праздников региона проходит на площадке Дворца культуры Тольятти «Азот». Лучшие работники предприятия одного из крупнейших химических заводов России получили награды от правительства региона. Подробности далее. День химика в Тольятти по-настоящему общегородской праздник. Чествуют тех, кто посвятил свою жизнь сложной, но интересной профессии. Заслуженные награды от корпораций и правительства Самарской области получают лучшие сотрудники завода «Тольятти Азот». Среди них Елена Комарова. Работает в компании больше 30 лет. Благодарность, во-первых, всем коллективам, в которых я поработала. Но то, что это все не мое одно заслуга. Это очень такая работа и ответственная, и в то же время, знаете, интересная, глубокая. Она и с людьми, она и сама по себе для человека. Найти какую-то изюминку, да, вот во всем этом процессе. Отметили заводчан и наградами федерального уровня. Владислав Черемизов получил почетную грамоту от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за особый вклад в развитие химической отрасли региона. Ощущение, что как бы я, наверное, достиг тех результатов, которым я шел, и поэтому я благодарен как бы руководству, которая предоставила мне возможность проявить себя, показать свои результаты. Благодарен тем людям, которые как бы находились в моей команде, со мной рядом и помогали мне. Тольятти «Азот» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. В год на заводе производится 3 миллиона тонн жидкого аммиака и 960 тысяч тонн карбамида. На этом останавливаться не собираются, уверяют в компании. Впереди новые рекорды, а также продолжение работы на благо города, области и страны. Хотел бы пожелать вам дальнейших каких-то успехов в труде, вот, здоровья, крепкого очень мира в семьях ваших. Ну, еще раз поздравляю. Испортить праздничное настроение оказалось не в силах даже прохладная погода. А вечером в честь сотрудников химической отрасли и для всех горожан над Тольятти яркими гроздьями огня расцвел салют. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии Тольятти.